Много лет занимаюсь уже марафонами, триатлоном. Для того, чтобы в новой реалии сегодня выживать, нужно уметь преодолевать себя. Это соревнование одно из преодолений. Ну, здесь шикарное место. Плыли сегодня эстафету 1+1+1 километр. Вот, мы были на X-Waters на Волге в прошлом году. И вот, решили продолжить собирать серию. Мы с друзьями плыли километр, 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 эстафету 3 по 1. Плыл тяжеловато было. Без друзей вряд ли бы так проплыли.